Здравствуйте, дорогие мои друзья! Мы с вами сейчас делаем очистку, чистку молитвами от различных порч, от любого негатива, сглаза и тому подобного. Даже если вы чувствуете просто усталость какую-то гнетущую, если вы чувствуете, что на вас кто-то плохо воздействовал, или вы только что с кем-то поругались, да, вас кто-то обидел, у вас неприятные ощущения, может быть, вы вернулись с кладбища, и у вас усталость нехорошая. Посмотрите это видео, и вам станет намного легче. Конечно, каждый ритуал оплачиваемый, и, естественно, лучше всего, самая лучшая цена за эту отливку – 333. Если вы посчитаете нужным оплатить другую сумму, это ваше личное дело, но 333 работает лучше всего. Сейчас я буду читать несколько молитв, несколько раз. Тем самым будет проходить отливка и чистка. Сядьте поудобнее, расслабьтесь, можете даже лечь. Поставьте около себя стакан с питьевой водой, который нужно будет после чистки выпить. Если вы ложитесь, то поставьте этот стакан рядом с головой с правой стороны. Снимите все замыкающие предметы с себя, кольца, браслеты. Если у вас удобная одежда, это замечательно. То есть, если это рубашка или платье, на котором нет пуговиц или завязочек, прекрасно. Если есть завязки или пуговицы, развяжитесь, расстегнитесь. Ноги, руки мы не скрещиваем, разуваемся и слушаем меня внимательно. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое. Да воскреснет Бог, да расточается в рази Его, и да бежит от лица Его ненавидящий Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселись, и глагующиеся, радуйся, причестный и животворящий крестик Господний, прогоняй бесы силу на тебе преподобного Господа нашего Иисуса Христа, восшедшего и поправившего силу дьявола и даровавшего нам крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причастный животворящий кресте Господний, помогай нам со святою Госпожою Девою Богородицею и святыми во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, смотрите, на ком какая-то черная ненависть и порча. Кто-то прям на вас, ох, как нехорошо, глаз черный положил, затухают свечи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешных моих рабов, подписчиков. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Царю Небесному, утешителю души истины, иже везде сый, вся исполняющая сокровища благих и жизни подателю, приди, вселися в нас и отчисти нас от всяких скверней, и спаси, блажи души наши. Владыка, вседержателю, врачу души телес, смиряй, возносайся, наказуя и паки, исцеляй брата нашего, моих друзей, подписчиков, немеществую, посети милостью Твою простыру мышцу Твою, остави от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясовицу, и аж есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради честолюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господи нашим, ним же благослови и сийся пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне присно во веки веков. Аминь. Смотрите, постоянно затухает одна из свечей в этой скрутке. Но мы с вами продолжаем бороться с бесами и с нечистью разной. Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко же на небеси, так и на земле.
Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое. Да воскреснет Бог, да расточается врази его, и да бежит от лица его, ненавидящий его. Яко исчезает дым, да исчезнет его кайф, яко Твоя воск от огня лица его. Так и погибнут бесы от лица от любящего Бога, изнаменующегося крестным знамением, и все силы глаголющихся, радуйся, пречистый и животворящий крестик Господний, прогоняйте бесы. Силу на Тебе пропятого Господи нашего Иисуса Христа, отшедшего и поправившего силу дьяволу и даровавшего нам крест свой честный на погнание всякого супостата, о причастный животворящий крестик Господь, помогай мне, моим друзьям, подписчикам, со святой Госпожою Девою Богородицей, со святыми во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне, помилуй грешных нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Во имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Царю Небесному, Утешителю души истины и жижи везде, сы, вся, исполняя сокровища благих и жизни, подателю приди, и вселися в ныне отчины и всякие скверны, спаси, блажи души наши. Владыка Вседержателю, врачу души теле, смиряй, возносяся, наказуйся, и паки исцеляй брата нашего немоществующего, посети милостью Твоей, простри мышцу Твою, остави от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясовицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослабь, остави, прости Твоего ради человеколюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господи нашим, в нем же блаженстве и си, и со пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, ежеси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный. Дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое. Да воскреснет Бог, да расточается врази его, и да бежит от лица его, ненавидящий его. Яко исчезает дым, да исчезнут его, тает воск от лица огня, так и погибнут бесы от лица любящего Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющихся. Радуйся, пречестный и животворящий крестик Господний, прогоняй бесы силы на Тебе препятого Господа нашего Иисуса Христа, отшедшего и попавшего силу дьяволу и даровавшего нам крест свой, честный на прогнание всякого супостата, о пречестный животворящий крестик Господень, помогай мне, моим друзьям, подписчикам, со святой Госпожой Девой Богородицей и со святыми во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Во имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Царю Небесному, Утешителю души истины, и живи везде, сы, и вся, исполняя сокровища благих и жизни, подателю приди, и вселисины, отчизнены, а всякие скверны, спаси, блажи души наши, молитвы Господу. Владыку Вседержателю, врачу души теле, смиряй, возносяйся, наказуйся, и паки исцеляй брата нашего, моих друзей, подписчиков, немущества, посети милостью Твою, простри мышцу Твою, остави от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясовицу, и аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия, ей, Господи, пощади создание Твое, Христе Иисусе Господи наш, в нем же благословение си и со пресвятыми и благим же творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Смотрите, как трещали свечи, и кто видел, я показывала пальцем, прям показывала, насколько искрили эти свечи, насколько искрили эти скрутки. Смотрите. Какая отливка сейчас у нас получается. Делаем отливочку. Снимаем все неприятности, все невзгоды. Снимаем порчи, корчи, проказы, язвы. Все снимаем, отмаливаем, очищаем. Так. Сейчас я в чат
Кину те слова, которые вы напишите. Напишите, пожалуйста, некоторые слова. Так. Некоторые слова убираю, потому что допускается определенное количество. Хочется дать побольше информации. Но не получается. Догорает. Напишите вот эти слова, пожалуйста, 3 раза. Владыка, Вседержателю Твою, остави от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясовицу. Еще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави. Напишите вот эти вот слова в чате 3 раза. 3 раза. Смотреть этот ритуал я вам советую не менее 3 дней подряд. Если захотите, можете смотреть этот ритуал чистку кратной цифре 3, то есть или 3 дня, или 6 дней, 9 дней, 12 дней, вне зависимости от фазы Луны. Растущая или убывающая, разницы никакой не имеет, потому что мы с вами работаем с христианским эгрегором, а христианский эгрегор, он никак не соприкасается с Луной, он никак вообще не воздействует на Луну. И Луна здесь ни при чем. Почувствовали усталость, слабость, негатив, какое-то недомогание, включили видео, посмотрели 3 дня подряд, и вам станет намного легче. Как только закончит свою работу огонь, мы ждем, мы, конечно, посмотрим, что получилось на отливке, вы сразу же выпиваете стакан воды. Еще раз повторяю, ритуал оплачиваемый, лучшая сумма – это 333. Сами определите, какую сумму вы хотите оплатить. В описании к видео реквизиты, по которым можно произвести оплату. Из-за границы PayPal, PaySend. Либо пишите мне в личных сообщениях, я дам вам SWIFT-код, и вы можете произвести оплату по SWIFT-коду. Все, аминь, исполнено, заклято. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Что же здесь у нас получается? Во-первых, дела сердечные. Посмотрите на сердце, сколько ран. Вот оно, сердце большое, видите? Большое сердце. И сколько здесь вмятин и подтеков, воздействия на вашу сердечную чакру. Кто меня сейчас смотрит, но очень вы жалостливый человек, очень... жалеете всех, но так нельзя. Надо полюбить себя однозначно, потому что сердечко ваше не сможет долгое время вот так вот это все выносить. А здесь, конечно, разброс денежный. Смотрите, сколько монет, которые от вас убегают. Вот они, убегающие монетки. Финансы куда-то бегут и бегут, потому что вы любите других людей больше себя, понимаете? И раздаете, растрачиваете себя ради каких-то других людей. Может быть, на работе слишком много вы раздариваете себя. Подумайте о том, а стоит ли эта работа того, что вы выкладываетесь по полной программе, а выхлопа вообще никакого не получаете.
Но здесь однозначно больное сердечко. Может быть, любовные дела, а может быть, это лично ваше какое-то мировоззрение, да. Но сердце показано, да. Проверьте сердечно-сосудистую систему, почаще отдыхайте, почаще бывайте на природе, дышите свежим воздухом, получайте массу положительных эмоций. А я вас всех безумно люблю и желаю всем мира, добра и счастья. Всем пока-пока!